Сейчас воспользуюсь. Польешь на голову. Ой, блин, как жестко сразу народ залетел. Всем привет, ребят. Угу. Угу. Бро, как ты? Девочка пишет какая-то. Бро, как ты? Систер, все четко, четко. Спасибо. Бля, посыпся. Нет, не ушли, вы что? Выходной взяли. Популярность она такая. Тут видишь приятного. Привет, красавчик. Зальстят. Че, как настроение? Как на личном? Все супер, спасибо. Я на выходном в Москве. Все, я уже наелся, если честно. Ой-ой-ой. Спасибо. Розыгрыш будет на следующей неделе. Давайте, знаете, как определимся. Ебать, слышь, 92 человека, вот просто так за пару минут. Ебать, какие пизда. Ладно. Кто выиграет в конкурсе? Я. Либо Надя, либо я. Ну, Надя вряд ли, поэтому все ставки на меня. Надя, привет, передаете. Привет, ты классно, спасибо. Так, розыгрыш. Давайте определимся. На следующей неделе будет розыгрыш. Даже с Надей его проведем. Я 5000 буду разыгрывать. Как в Лазаре. Это там все на карте кидает. Он кидает, правда? Не знаю, но... Не, у меня ж... раньше 5 человеком радовался, сейчас 100. Раньше, да, знаешь... Топчик растет. Нет. Да реально, короче, 5 человек было. Да нет, не на доме 2. Вообще, когда инсту создал... инсту создал, типа... просто так, типа с пацанами собрались, выпиваем и такие запускаем эфир, такие сидим, типа ждем, такие вот так же самое, знаешь, сели, такие и ждем, сначала минут 10 ждем, потом, так, да, потом один такой заходит, два, ну уже 110 человек, хотя ну это вот. Хотя что-то интересного хотел услышать. Что интересного хотите услышать от меня? Ну вот про розыгрыш. Я же просто на странице розыгрыш запускал этот свой. Типа, чтобы истории интересные, смешные своей жизни писали в публикации. И вот выберу 5 историй самых крутых. Хотя нет, я знаешь, как хотел сделать. Я выберу 3 истории самых крутых, которые мне понравятся, по 1000 скину. А еще 2 истории, которые больше всего пролайканы людьми, то есть в комментах, типа вот так вот. У тебя есть вариант 1000 словить? Типа, инстаграм расшариваешь? Добрый день, приятного, спасибо большое. Так вот, можешь еще ты, типа, принять участие. Те, что лайкают, комменты, быстро. Да, радостные. Да подожди со своим разрешением. Как ночка прошла? Ночка супер, спасибо большое. Не выспались. Не выспались, да. Мы вообще не высыпаемся в доме 2. В доме 2, да, там баня, бассейн. А кто-то намутил плечи. Что ешь? Картошку фри. Топчик. Стой, вопрос. Слышишь? Вопрос. Пишет Артем, вопрос. Вопрос капсом прям. Когда ты уже присунешь Надю? А что, к чему вопрос? Почему такой вопрос интересует? Был ли кто-то из родственников против твоего участия в Дом 2? Артем, это из какого города Баранович? Да, я из Барановича. Да.
ты топ. Спасибо большое. Да, да. Просто что услышишь, хотите, ребят? Рассказать вам историю, как я в детстве обосрался. Допустим, по интуру. Короче, смотрел фильм. Ты реально просто рассказывал эту историю. Дебил. Фильм, короче, был. Очень страшное кино, знаешь, это... Не теряй, чтобы не... так остаться идиотом. Слышишь? А не... это из эфира у тебя? Вы выйдете из эфира, у меня наоборот больше приходит людей. Им интересно. Они там нормально рассказывают. Заходил, кстати, глянуть этот Дом 2, пиздец, ты там исполняешь смешной. Друг мой пишет. Смешной, да. Так что, давайте быстрее. Кто хочет услышать эту историю, давайте. Лайков, лайков накидывайте сразу, если будет вот так. Сразу рассказываю. Ему же интересно, как звезда обосралась. Просто вот. Выходите у него из эфира, чтобы он с ума не сходил. Ну, у меня первый раз вот так вот по-быстрому, то есть больше сотки людей. Москва любит Экстас. Что-нибудь дельное рассказывать. А? Что-нибудь дельное? Дельное? Да, ребят. Вчера узнал, что такое папье-маше. Через неделю в эфирах увидите. Увидите в эфире через неделю, поймете, как я это узнал. Можешь поставить сюда, я просто воды попью. Если телефон не вернется. Пишут, типа, Тёма, ты скоро станешь пиздец популярным. Пожалуйста, оставайся таким же искренним и не зазнавайся. Понял. А есть там искренность у него? Вы сейчас увидите эфиры прямые и поймете, что искренность и Мартинчик – это вообще не в одном предложении. Поэтому не ждите от него искренность, не дождетесь. Да, нормально все. Это у тебя итальянский акцент или почему так странно разговариваешь? Я потому что, не знаю, долбоеб, наверное. Не такой, как все. Ой, ой, дурачок. Короче, не отвечаешь, не читаешь сам с собой, пока. Да отвечаю же я вам на вопросики. Не парьтесь. Нахрен она в твоем, нахуй она в твоей капле. Ну тут нормально, хотя Барановича там все такие. В эфирах мало тебя с гитарой, хотелось бы больше послушать тебя. Ты играешь на гитаре? Да. Серьезно? Да, прикинь, ты ни разу не видела? Нет. Давай. Поэтому ты по 5 раз повторяешь мне одно и то же. Потому что ты на гитаре не играешь? Мне говорят, не вы случайно ушли с проектом? Вы думаете, таких, как я, выгоняют? Да, таких, как ты, выгоняют и гонят, гонят, гонят. Особо ничего не меняется. Мамки залетают, как дети, в школу. Отпизди Серегу Лазарева, пожалуйста. Не матерись, блин. Да я читаю комментарии, не матерюсь. Матерись. Что мне? Ты блогер, они не матерятся. Надь, я больше не буду. А ты же кинула таблетку туда? Нет, я хочу отпить половину, я же с тобой не выпью воды. Что-то будет всю ее уже. Надо, ну, стаканчик. Напополам что выпил? А? Напополам что выпил? Ну, так мне надо, чтобы залить туда таблетку, сначала из половины еще выпить. Если честно, удивляюсь, как я тебя ни разу в Баранках не видела. Зато сейчас, если в Баранке приеду, блядь, все меня заметят. Сколько у вас населения? 170 тысяч. А там все Баранки знают. Боже, как ты можешь? Гадость. Нормально. Спроси у Нади Балтер, возьмете на проект? Нет. У Маши все эфиры от тебя до сих пор. Прикинь. Тьфу, бля, такое ощущение. Надь, ты точно в России? Блогеры как раз матерятся. Очень-очень много. Как приехал в Москву? К знакомым или копил деньги на переезд?
соберешь все баранки, набирай. Я думаю, баранки вот. Может, на следующей неделе сгонять? На день. Нет. Покажи на дюк. Вот. Что на шее? Боевая рана. Второго такого же видео. Ты закинул таблетку или нет? Нет, сейчас. Тоже хочу. А? Ну, я думаю, полегче станет. Добесе. Так, чао, Марге, соно, коме негоцио, андато а манджаре, перке ieri mi mandato come via, ma io ritorno fra qualche giorno. Non lo so come ti spiegarti in italiano, ma se lo vuoi dopo te lo scrivo e te lo spiego tutto. Ti хочешь? Сюда кидать? Нет, я сюда смогу. Поломать там. Ты две сразу будешь кидать? Да нет. Колеса. Балтер будет сидеть только в изоляторе. Почему Надя не берет красивых девочек на проект? Одних страшных набирает. Это потому что... А кто страшный? Да, ну, почти все, которые заходят. Да, обалдел. Ну, которые заходят, что не так? Пускай пишет в директ, кто красот, то возьмем сразу. Может, заход понедельник. А так, ты так не все умный. Только если попрешь, то чтобы был не будний день, то сам понимаешь, работа. Вас узнают в ТЦ. Все, давай. И довед дормира, и дормиро, и... А? Блядь, забыл, как отель на итальянском. Узнают нас ТЦ нет. ТЦ, да узнают, конечно, это еще больше не знаю. Нет. Дави, можно на проект? Ну, спроси у Дави, нет. Напиши ему в личное сообщение. Нет, ведущим нельзя. Короче, к ведущим нельзя. Рима Пенджива, это кто? Хорошая участница. Хорошая? Подруга моя бывшая. А что бывшая? Мы так разобрались. Все. А пушка такая? Пушечка. А? Ну, такая пушка. Бузова будет вести или нет? Вы с Надей будете очень хорошей парой. Приветик Ялты. С какого Дава ведущий? Так пришел канал. А? Да, пришел канал. А это канал минеральная вода еще? А нет, не газированная. Чтобы тоже полегче было. Привет из Беларуси, ты клевый, спасибо. Мартичик, куда дальше? В Москве останешься или уедешь? В Москве. В Москве, я на поляне. Живу. Как у вас рейтинги на ТНТ выше были? Насколько? Вопрос скорее к Наде. А на ТНТ аудитория шире. С рейтингами на канале Ю все шикарно. На канале Ю с рейтингами все шикарно. А на ТНТ просто аудитория была шире, поэтому вот только так. Ты мне напоминаешь моего друга, он тоже Овен. Такой же, как и ты, веселенький. Привет из Перми, ты красавчик. Ну, понятно. Баран. Ну, понятно, я красавчик. Спасибо. О, я себя считаю таким красивым. Расскажи, как ты тут ночи спроси у людей, кстати. Так они пишут, все нормально. Пошли. Да? Надо прогуляться, потому что... Не будешь лезть? Не лезет? После такой ночи, конечно. Какой? Ты пришел вот такой вот, взяла просто большой. Надя купила подруге ящик шампанского. Ты ж проебалась. А мы что, в паре? Ну, мы ж не в паре. А мы в паре? Вот пока нет. Да, я с кем тебе еще спорить? Я сразу понял, что Лерка, если ты к ней поехала. А, нет. У меня сыновин, надеюсь, будет такой же красавчик. Что? Видишь? Говорят, у меня сыновин, надеюсь, будет такой же красавчик. Ты сам себе не похвалишь, никому не нужен. Привет из Казахстана, ответь, пожалуйста, Настя и Глеб вместе.
Ответь, пожалуйста. Настя и Глеб вместе. Да. Что, не помнишь? А что за Настя, что за Глеб? Я так про Мондезира прокатывала, когда они это, помнишь, когда не палили? Бля, чувачки сейчас недавно так посмотрели, такие на тебя, наверное. Ой, это просто Тёма думает, что кто-то знает в торговом центре, и только когда на него люди смотрят, он думает, что просто потому, что вы узнали. Ну, они могут посмотреть просто потому, что я красавчик, понимаешь? Либо узнали, либо потому, просто что я красавчик. Потому, что он придурок. Был уже у Нади в гостях. Привет, скажи, пожалуйста, Дава правда будет ведущий? Бля, Дава ведущий. Зайдите на официальную страницу в Инстаграме Давы, и там, ну, он сам рассказывает, что он новый ведущий, блин. Вчера снял сторис, как он на Лобном был. Вчера он нас Лобный вел. Ну, вчера конкретно, вот посмотрите его историю, он вчера закинул историю, как он сидит на Лобном и снял людей там и счастливы. Такая зарядка, знаешь. И мы... Не очень нравится мне эта страна. Вот. А к Саймону есть возможность прийти через 2 недели на следующий заход после мужского? Кто прийти? К Саймону хочет. Пускай пишет в директ. Пускай пишет, пиши в директ, Надя. Надя, ты будь ему мамкой. Нет, согласитесь, некрасиво. Что? Оператор продал. Задорого продал. А какой оператор ушел? Оператор, видимо, продал, чтобы ты ушел. Я говорю, задорого продал. Ну, за сколько? За сколько? Сколько стоила эта информация? Расскажите. Может, обогатимся. Кролик Питер нет, по-любому. Давай на пилу, слышишь? Нет. Это важно, интереснее будет. Так, ты определился с Надей или ждешь прихода девочек? Зубы не сохнут, когда рот открыт? Ответь на предыдущий вопрос, людям. Так я не отвечал на такие вопросы. Ответь на вопрос. Определился. Ты же просто бабник. Ты красивый. Привет с Приморья. Вика очень страшная, как ты мой. В прямом эфире девчонок оператор проговорился. А, прикинь. Чё, в прямом эфире? Девчонок оператор проговорился. Так может оператор проговорится? Он что, в кадре? По рупору. Вчера. Все нормально. Вот как можно писать такой человек девушке именно так? Вы с Надей отличную пару. Так, мало этого вашего. Ладно, пошли. Так я тебе про это говорю. Форсаж 9, блядь, еще один или что, они гонят? Форсажи, это уже, если начиналось все с фильма, просто про гоночки, типа прикольно катались, сейчас, блядь, там стрельба, воруют деньги, там,
убивают просто лета. Осталось недолго. Вот так я думаю, может... А, ладно. Не, ну, думаю, может поехать татуху набить. На лбу. Нахуй. Да что ты материшься постоянно? Сохрани эфир. Не, я эфир не сохраняю, ребят. А что, не сохраняешь? У меня такой шквал не нужен. Ну, не знаю, засоряет страничку, как бы это, мне кажется. Ты можешь не делать предпросмотр в HDTV. Просто не откашлялся. Хочу к тебе прийти. Приходи, конечно. Блин, ты понимаешь, сколько надо потратить? У меня как раз покурить себе. Покурим, потом обернись, блядь, и оборачивайся. Че, блядь? Блин, извиняюсь за маты опять. Привет, красавчики. Я очень рада за то, что вы с Надей вместе. Люблю вас как пару. Привет из Ростова. Опять обернись, пишет. Да я не буду оборачиваться. Не, ну мне интересно, мало ли в натуре кто-то будет. Давайте быстрее, я пока курю, у вас есть шанс еще подойти. Такие уже смелые. А мне как будто, знаешь, паранойя, как будто может в натуре кто-то идет. С ним нет, кстати, я ржу обычно как конь. Надя не пустит к нему симпатичных девчонок. Нет, конечно. У тебя есть права на машину? Нет, конечно. Так. Не болит живот у тебя? Нет. У меня что-то... Ну ладно. У тебя улыбка красивая, спасибо. Вам что, сейчас телефоны в эфирах разрешают? Нет, ну у меня выходной. Мы на выходном просто. Надя, ты не...
Вот. Глебу понравилось, что Настя брюнетка? Говорит. Ну, не сильно. Он был в восторге. Он был в восторге. Че, обманываешь-то? Ну вот так. А где жулик? На поляне. На поляне. Как проходят на проект? Пишите Наде Ермаковой. Либо Лере. И... Че, на поляну? Да, сейчас договорюсь, а потом ты скажу. А? Опять видео. Так не, я уже хочу выключать. А, выключай. Все, ребят. Чтобы не палить контору. Всем пока. Хорошего настроения. Может, вечером запущу еще эфир. Может быть. Все, всем пока.